Всем привет! Все мы уже привыкли к видеокамерам и не можем без них представить нашу жизнь. Это неудивительно, ведь при отсутствии камер банально не было бы таких видеороликов, как этот. Не правда ли? Здесь мы собрали подборку из необычных и смешных моментов, которые по воле случая удалось заснять простым людям. Устраивайтесь поудобнее и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А мы начинаем! Закончив свое выступление, мальчик решил покинуть сцену эффектно и со стилем. Но в конечном итоге что-то пошло не по плану. Казалось бы, две лодки с прекрасным пейзажем на фоне. Что здесь вообще могло пойти не так? Что же, видимо, могло? Парень долго не решался прыгать в воду. К счастью, проезжающий мимо гидроцикл помог ему быстрее определиться. Когда решил выпендриться перед другом и показать новый трюк для прыжков в воду. Глобальных выводов по этому видео не сделаешь, но одно можно сказать уверенно. У девушек явно большие проблемы с футбольной техникой. Это видео оставим без комментариев. Единственный вопрос. Как этот стакан вообще оказался на крыше автомобиля? Dude, your soda's on your car. Your soda's on your car. Никогда не радуйтесь раньше времени. Этот парень был настолько уверен, что мяч после его удара залетит в ворота, что заранее побежал праздновать гол, но лишь повеселил болельщиков. Этот морской обитатель, по всей видимости, был явно недоволен тем, что его поймали, поэтому решил по-своему отомстить человеку. Когда настолько сильно хотел помочь другу очистить куртку от пятна, что самую малость перестарался, ну, зато пятна теперь нет. Девушка спокойно себе веселилась на вечеринке в бассейне, пока в один момент не поняла, что ее смартфон лежал у нее в заднем кармане. Этот носорог очень быстро пожалел о том, что выбрал в качестве жертвы не ту цель. Карма настигла его практически мгновенно. То чувство, когда на словах вы очень любите маленьких мышек, но на деле боитесь их как огня. Ну и как тут можно ругать своего питомца? Он ведь просто хотел лишь немного внимания. Уникальные кадры. Майкл Джордан в детстве тренирует свой первый бросок. Получается, мягко говоря, не очень. Вот что бывает, когда покупаешь самый дешевый набор для гольфа из Китая. Этот удар обошелся ему явно гораздо дороже. Этот атлет только что установил мировой рекорд по прыжкам в высоту с места. Ну, практически. Что-то из рубрики «Непонятно, как оно там оказалось». Что ж, этот водила будет долго объяснять полицейским, каким образом его лодка оказалась на дороге. Devin, it's the first time Brian let you drive the boat, huh? Yeah. How did you end up on the road?
Этот парень только создал свой YouTube-канал и специально для него собрался распаковать новенький iPhone. Да, без комментариев. Вот что бывает, когда к вопросу парковки машины ты пытаешься подойти более креативно. Гениальный лайфхак, как пожарить сосиски, чтобы на тебя не попало ни капли горячего масла. Это совершенно иной уровень прыжков в воду с трамплина. Правда, сомневаюсь, собирался ли он так сделать изначально, но получилось ведь красиво. Иногда так случается, что простая история для Инстаграма может обойтись тебе невероятно дорого, в прямом смысле этого слова. Когда эта женщина заказала торт за несколько тысяч долларов, она явно не ожидала, что может случиться нечто подобное. Миниатюра, мы вместе устроились на одну работу. Единственные, кому тут не весело, это, пожалуй, хозяева. Когда пытаешься поймать мяч в бейсболе, для начала убедись, что твои руки пустые, и ты не несешь еду, например. Девушка на фото собиралась лишь пробежаться с утра, но каким-то образом оказалась совершенно не на своей территории.